Дорожники могут начать применять новую смесь для ремонта ям на дорогах Новосибирска. Она состоит преимущественно из золы. Эта рецептура позволит сэкономить до 40 миллионов рублей в год. Новая смесь делается из небольшого количества цемента, грунта и золошлаковых отходов, которых много на ТЭЦ. Такая технология в 3 раза дешевле, чем применяемый сейчас асфальтобетон, но до повсеместного ее применения пока далеко. Сначала ее надо отработать. Для эксперимента выберут около километра дорожного покрытия в Академгородке. Правда, произойдет это не раньше осени. Сначала надо выработать точную рецептуру, а на это уйдет около 4 месяцев. Впервые исследования этой технологии проводили еще в 70-80-х годах прошлого века, и сейчас ее применяют во многих странах Европы. Очень большое распространение, скажем так, это технология производства работ, в том числе даже для осуществления дорожного покрытия, не только для ямочного ремонта, применяется практически в Европе. Но и лидером в этой технологии является Франция. Порядка 80% дорожного покрытия французских автомобильных дорог именно осуществляется на уровне вот этих так золошлаковых, цементных смесей.